картина. Наверное, не берут взятки. Значит, мы им верим. Как говорится, не пойман, не вор. Но есть две причины, извините, такого бардака, где бы это ни было. Либо берут взятки, либо это люди, которые не знают, что творят. Это люди, которые абсолютно непрофессиональны. Это люди, которые управляют городом не для людей, а в своих личных интересах.